Фотографию своего отца, старшего сержанта Ивана Ракитина, прислал Сергей Иванович из Витебска. Иван Алексеевич Ракитин был активным участником Великой Отечественной войны. С первого дня и до победы над Германией самоотверженно защищал родину. Воевал Иван Ракитин в составе 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО, защищал Ленинград от налетов фашистской авиации. Самыми страшными всю свою жизнь считал 900 дней блокады, которые он пережил вместе с ленинградцами. Закончил войну в составе 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, а День Победы встретил в Кёнигсберге. Иван Алексеевич Ракитин награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Ленинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией. Вся семья из поколения в поколение передает истории о том, что даже война не сломала Ивана Алексеевича. После боев и службы в советской армии он вел активную и насыщенную жизнь. Был одним из руководителей важного стратегического предприятия в Архангельске. Беларусь помнит.